Запрыгивай. Спасибо, выручил. Пардон? Извините. Черт. Спасибо. Ты не знаешь, где найти профессора Хьюбера? Впервые слышу. Тут такого нет. Профессор Уэсли Хьюбер. Слушай, я достал всех профессоров в Принстоне. Не было такого. Погоди, есть Уэс Хьюбер. Вон он там. Можно с вами поговорить? Мало, ищешь работу, иди к руководству. Работа есть, спасибо. Говоришь, как англичанин. Я и есть англичанин. У нас была там база во время войны. Славные времена. Да, я в курсе. В Бертонвуде. А ты откуда знаешь? Похоже, я ваш сын. Это вряд ли. Маму зовут Марта Финни. Как ты меня нашел? Через армейские архивы. Если бы я знал, что вернулся бы. Она говорила, это было бы не по любви, а из чувства долга. Лучше так, чем растить ребенка одной. Тогда много таких было. Говоришь, что отец погиб на войне, и не стыдно за внебрачного. Она кого-нибудь нашла? Было несколько ухажеров. Кажется, я их отпугнул. Слушай, мальчик. Джуд. У меня семья. Жена и двое детей. Мистер Хьюбер, я не собираюсь портить вам жизнь. Мне не нужна ваша любовь или поддержка. Я только хотел, чтобы... Оба знали, что мы...